Добрый день. Меня зовут Елена Селькова, я муниципальный депутат в Черемушках. И я призываю всех поддержать Павла Грудинина, поддержать его совхоз. Я в совхозе была не один раз. Недавно мы были на сборе клубники. 10 полей по 10 гектаров клубники. И я считаю, что поддержка Грудинина в данной ситуации, которая сложилась с этим рейдерским захватом и патологическими штрафами или, не знаю, необходимыми выплатами, которые назначил суд, это не защита Павла Грудинина как такового, к которому я очень хорошо отношусь, это защита совхоза имени Ленина от уничтожения. Необходимо оставить, сохранить это предприятие, потому что уничтожим предприятие, плохо будет всем. Плохо будет москвичам, плохо будет тем, кто живет в Московской области недалеко от совхоза, потому что все эти поля в течение ближайших нескольких лет застроят человейниками, 30-40 этажей. Пожалуйста, поддержите Павла Грудинина, поддержите совхоз имени Ленина. Это замечательное предприятие, которое добилось всего процветания, заботы о своих сотрудниках своими силами, без государственных дотаций, как сделали многие другие. Я в доле. Поддерживайте.